Полночь давно миновала. Я снова проспал. Пора на работу. Пункт сдачи крови. Эй! Подожди, парень, здесь очередь. Ненавижу ждать. Идея. О, мне плохо. Кто-нибудь, помогите! Скорее, у него совсем нет пульса. Несем его в операционную. Вот это я удачно зашел. Вкусняшка. What? Парни, до встречи. Wow. Настоящий вампир! Зови меня Драко. Полли, добро пожаловать в мой дом. Вау, какой стильный интерьер. Авторский дизайн. А это мои семейные фотографии. Мои родители, кузены, внучатые племянники. Нам тоже нужно срочно сделать селфи. Но Полю я не отображаюсь. Ладно. Я немного подретуширую фото. Получился. Ну вот, теперь намного лучше. Сделать легкий макияж перед свиданием – это настоящее испытание для вампирессы. Ведь мы не отражаемся в зеркале. Где-то здесь были мои губы. Вроде нормально. Можно идти. Эльза? Дорогая, что у тебя с лицом? Что? Мой макияж? Сейчас подправлю. Так еще хуже. Что же делать? Отныне меня будут красить только профессиональные стилисты. Вау, мой любимый момент. Только посмотри, как блестит Эдвард в сумерках. Что? Чем я хуже этого вампирюги? Я тоже могу блестеть. У меня есть целый ящик глиттера. Полли? Вау, Драко! Какой ты красивый и блестящий. Пока, Эдвард. Мне не нужен ни один вампир, кроме тебя. Эльза, любимая, я хочу тебя кое о чем спросить. Ты выйдешь за меня? Святой мрак! Конечно! Я так долго этого ждала! Серебро! Ожжется! Сними его немедленно! Сейчас, дорогая. Ну вот, теперь у меня ожог. Прости, я забыл, что у вампиров аллергия на серебро. С днем рождения, Драко! Задувай свечи. Поздравляю. Дорогая, здесь маловато свечей. Мне уже давно не 16. Что, больше? Ну хорошо. Еще больше? Ладно, с днем рождения. Нет? Сколько же их нужно? Вот эти все. Раз, два, 10, 20. Драко, сколько тебе лет? Древние вампиры, мы такие. Спасибо, Полли. Эльза следит за последними трендами. Мне нужен ТикТок.
Прекрасно. Теперь снимем первое видео. Веселые танцы, супер. Посмотрим, что получилось. Проблема вампирского ТикТока – камера не ловит движения вампиров. Но Эльзу это не останавливает. Главное – побольше хэштегов. Опубликовать. Я стану звездой. Какая увлекательная игра. Упс, кто-то испортил воздух. Это ты, Драко? Я учуяла, что это ты. Что же делать? Включу гипноз. Фух, этот трюк работает безотказно. И не смотри так на меня, Эдвард. Это моя девушка. Полли, очнись. А что это за запах? Драко? Нет-нет, это ты, дорогая. Мамочки, как страшно. Не хочу идти к дантисту. Ну как там? Сплошной ужас и боль. Следующий. Проходите, мисс. Вампир! Док, вы куда? Убежал? Напугал. Все забываю, что ты не отражаешься в зеркале. Как тебе мой наряд на хэллоуинскую вечеринку? Нет. Слишком вызывающе. Надень мой плащ. Вот так намного элегантнее. А я пойду в костюме живого парня. О, привет, милашка. Потанцуем? Отстань от моей девушки. Снова твой гипноз, дорогой? У меня сегодня много дел. О нет, на улице убийственное солнце. Но Эльза нашла выход. Огромный черный зонт. И солнечные лучи больше мне не угрожают. Какой страшный фильм. Лучше включи комедию. Поля уснула, наконец-то. Можно ее укусить. Что за комар? Кыш, противный. Убирайся. Ауч, мое древнее лицо. Ну ладно, в другой раз. Вампиры не любят стоять в очереди. Мне нужна всего лишь жвачка. Ладно, эй, люди, посмотрите на меня. Минутка гипноза. Спасибо. Кассир, очнись. Мне одну жвачку, пожалуйста. Спасибо. Ой, забыла про этих смертных. Оживайте. Что это было? Пока босс не видит, Драко сидит на работе в чате для летучих мышей. Вау, какая красотка. Что? Я ничем не занят. Эти документы нужно вставить в общую папку. Все ясно, сэр. Готово, прошу. Хорошо, спасибо. Фух. Привет, моя мышка. Что будем смотреть? О, вау. Фильм про пустыню. А. Нет, слишком много солнца. Ой, смотри, король лев. Нет, слишком ярко. Ну хорошо. Смотри, все загорают. Переключи немедленно. Фух, а вот это темный и спокойный фильм. Классика кинематографа. Понравились наши вампиры в реальной жизни? Тогда пиши в комментариях, хотелось бы тебе встретить Эльзу или Драко? В реальной жизни. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории про вампиров на канале Трум-Трум.